Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех на своем канале. С вами Александр. И мы продолжаем наше путешествие по Blade of Darkness. Во, и уже с самого начала у нас начинается трэш. Тихо. Дай-ка я вот это возьму, да? Воу! Да ладно. Нифига себе. Ты меня поранил. Ладно, ничего, бывает. Я просто не рассчитал дистанцию. Сам совершил ошибку. Кто здесь дышит? Дрога дышит. Уже не дышит. Да, все. Уже не дышит. Ну давай, давай, давай. Воу. Что ж такое все сквозное? Так, как у нас делается удар? А, заточен топор, смертельное колесо, да. Колесо действительно смертельное. Вот. Ну, смертельное колесико мы испробуем вон на том бабуине. Ага. Стоит себе такой. Ни о чем не думает. Нет, о чем-то он думает по-любому. Здесь, кстати, был глюк. Какой-то есть версии с первых еще. Вот эта вот микстура на 1000. Можно было ее поднять 2 раза, если я не ошибаюсь. Помню, что какая-то забагованность тут присутствовала с этим зельем. О, тихо. Угу. Туда пока не пойдем. Давайте прогуляемся. Так, куда я хотел пойти-то, кстати? Я хочу кое-зачем сходить. Прыгивай. О, красавчик. Молодец. Прыгнул. Ну, амазонка, сами понимаете, да? Проще некуда. Не, давай знаешь, что сделаем? Бей. Ой-ой-ой-ой, что я сделал? О, не то сделал. Так и сделаем. Так, что для разнообразия, то что мы одним вихрем всех мочим? Эй! Сокрушающий бо. Выкинем. Нет, нет, нет. Ледяной посох пусть будет. Вот это выкинем. Конечно, лучше режущее использовать, да. О, это дробящее оружие. Можно будет настучать кому-нибудь. Например, Сэму. Так, идем разбираться с бабуином. С бабуином и его командой. Угу. Он стоит. А, вот они уже и бегут, смотри-ка. Ой. Что-то отлетело от него. Это кулачок. Кулачок отлетел. Нормально. Так. Все.
Здесь, пожалуй, все. Идем дальше. Угу. Знаем мы тут прикол. Кто здесь? Ты здесь? О, еще один бежит, смотри. Бежит, рычит, не спотыкаясь. О! Хо-хо! Вот это зарубил. Молодец. А если я? Ну давай. Блин, поначалу этих бабуинов очень опасался. Особенно вот этих вот ударов. Нет, не пойдем мы туда. Первые разы, когда играл с бабуином, мне драться было страшно, если честно. Сам по себе он так жестковато выглядит. Ну, это было 20 лет назад. О, где налетит. Сейчас даже... О! Трудно представить просто. Как можно было играть на большом компьютере. Это что? Еще один. Красавчик. Отдыхай. В этом месте я постоянно, сколько я игру не проходил, в этом месте я блуждаю постоянно. Это такое место, оно просто... Невозможно запомнить. Не здесь. Да, не здесь. Что ж такое с горлом-то, с голосом? По погоде одеваться надо было в свое время. Ага, вот он. Нет, не вот. Лабиринтик вот этот, вот он небольшой. Блин, ну в нем заблудиться, это просто что-то, вот. Здесь зелье силы лежит. Ну это я уже показывал. А где бабуин-то? Ну вот он, ну наконец-то. Да, неприятно, когда. Ага. Хорошо. Блуждаем дальше. Здесь есть подъем. Ну, ледяной меч для рыцаря. Ну, это ловушка, я не знаю, это мы сами себе врубаем. Это, наверное, чтобы сориентироваться по звуку. Куда идти. Все, вышли наконец-то мы на верный путь. Броня гнома. Что это за звуки такие? А, что за звуки? Тихо, тихо, чё? Нет, пойдем мы сюда. Там эти придурки стоят наверху. Стреливают все. Раскрипался так. Пить меньше надо. Кофеек. У-у-у.
улетели. Да, я знал, что тут обваливается. Да подожди, ты там расхрюкался-то, ё-моё. Спокойненько, спокойненько пройдем. Не, ну броня, конечно, у нее просто офигенная. Я еще никогда не видел лифчик, чтобы придерживал прелести сверху, а не снизу. Оно же все железное, как мне все это не примерзает. Ты тут раскрюкался, ага. Че, без щита? Давай, я тоже без щита. Угу. Ну, молот. Молот ледяной. Еще поесть. А вот сейчас, кстати, будет совсем кстати взять... Сокрушительный Бо. Кстати, да. По поводу этого. Ну-ка. Во! Смертельный туман. Название-то какое подходящее для этой. А что за опять за артефакты-то пошли? Кто? Это Лилия, синий аквамарин, хранитель гробницы меча, помещенный над улитой и трезубцем, символами из древнего герба рыбаков моря Винаяра. Самое время пришло испробовать смертельный туман. Здорово, Сэм! Ну как ты тут? Сколько ты тут пробыл в этой ледяном снегу, в этой ледяной земле? Ну, опять танцы начались. Завязывай. Неплохо. Неплохо, да? Ну, пока ты начнешь, пока ты решишься атаковать. О, чуть было не зарядил по нему опять. Угу. Хорош, хорош смертельный Бо. Здорово, бабуин. Что это? Что это за удары у тебя пошли? Ты чё, зигуешь? Ой-ой-ой, только бы не улететь туда вниз. Ага. Ну все, пора с тобой заканчивать. Неплохо, 13 уровень. Танцы, танцы. Тихо, не улетай. Не улетай. Неплохо разложился. Ну вот и все. Отправляемся в более теплые края.
Anticipating the enemy's plans, you have succeeded in liberating врага, вы сумели разыскать Вилию, синяя аквамарина, размещенная над улиткой Дрездуксом, с символами из древнего герба рыбаков моря Винаяра. Оазис Неджеп. Из ледяных земель в оазис. Оазис Неджеп находится в 4 днях пути вглубь великой песчаной пустыни. Когда-то там было процветающее поселение купцов, которые построили прекрасный дворец. Обосновались в этом месте, чтобы контролировать поступы к пустыне, Руб-Аль-Джеп и вулканические кузницы Кшатры. The enemy has established itself in this place in a bid to control access to the Rub-Al-Jeb desert and the volcanic forge of Shathra. Ну вот и все. Это мы продолжим в следующей серии. Всем приятного просмотра, хорошего настроения, крепкого здоровья, счастья, любви. Берегите себя и ваших близких. Пока-пока.